Всем привет, дорогие друзья, мои прекрасные котейки, с вами Юмилия. И сейчас я хочу взглянуть на видеоролик под названием «Весь God of War за 3 минуты». Я сама не проходила эту игру, но видела множество летсплеев, связанных с ней, поэтому я знаю, что там творится, что это за игра вообще такая. Можно вообще сказать, что я, когда смотрела эти летсплеи, будто бы сама ее проходила. И да, спасибо вот этим вот ребятам за то, что они делают репосты моих видеороликов из группы ВКонтакте. Ну что, давайте уже заценим ролик. Погнали! Это история канонической серии God of War за 3 минуты. Начнем. На заре времен первичные создают землю и дух, что ее наполняет. Первичные — это первые боги, титаны и существующие. Их постоянные разногласия в итоге рождают первую небесную войну. Боги создают фурией, фурий, которые сражаются с титанами и поражают их. Титаны становятся рабами богов, а боги поселяются на горе Олимп, дабы царствовать в духовном и материальном мире. Их главой становится Зевс. Проходит столетие, создается человечество для развлечения богов и служения им. Зевс оплодотворяет спартанскую женщину Каллиста, и она рождает двух сыновей, Демоса и Кратоса. Опасаясь древнего пророчества, по которому один из сыновей узурпирует трон, Зевс похищает Демоса. Кратос вырастает, заводит семью и становится вождем армии спартанцев. Пытаясь победить злого царя варваров, Кратос заключает сделку с богом войны, Аресом, чтобы заручиться его поддержкой и выиграть битву. Арес дает добро, Кратос побеждает царя варваров и продолжает служить богам. Но Арес переносит семью Кратоса в селение, которое уничтожает армия Кратоса. И тот случайно убивает своих же родных. Вот мразь! Кратос разрывает соглашение с Аресом и клянется отомстить. Его захватывают фурии и заключают за нарушение присяги. Но он освобождается и отправляется убивать Ареса. Кратос 10 лет находится в услужении олимпийцев, надеясь заручиться их поддержкой в битве с Аресом. Ему дают задание найти потерянного бога солнца Гелиоса. Для его возвращения он отправляется в подземный мир, в чем преуспевает и становится любимчиком Афины. Она говорит ему использовать силу шкатулки Пандоры, чтобы победить Ареса. Кратос находит шкатулку Пандоры, сам становится богом, убивает Ареса и становится новым богом войны. Кратос решает отправиться на поиски своего брата Демоса и находит его в многолетнем заключении. Но его убивает бог Танатос. Кратос убивает Танатос и вновь клянется отомстить богам. Кратос ведет войско на Грецию, нелегкая чем привлекает жизнь. Внимание богов. Зевс дает Кратосу последнюю возможность пойти к нему в служение, но Кратос отказывается. Зевс его убивает и отправляет в подземный мир. Кратос скитается по подземному миру, готовясь к убийству Зевса. Он убивает сестер судьбы и использует их ткацкий станок, чтобы отправиться в прошлое и помешать Зевсу убить его. Кратос пытается убить Зевса, но вмешивается Афина и жертвует собой. Зевс сбегает, как сыкливая сука! Кратос использует ткань судьбы, отправляется дальше в прошлое и заручается поддержкой титанов до того, как боги их побеждают. Он перемещает их в настоящее, и они отправляются к горе Олимп. Кратос ведет титанов на осаду Олимпа. Во время битвы земля фактически уничтожается всемирным потопом. Кратос убивает богов одного за другим, в итоге убивая Зевса, просто забив его кулаками. Желая искупить свои грехи, Кратос совершает самоубийство, чтобы дать надежду оставшимся выжившим. Однако, оказывается, что Кратос переживает собственный удар. И это бог войны за 3 минуты! Спасибо за просмотр! Все реально коротко, ну за 3 минуты и по делу. Блин, очень круто. Я бы так ни за что не смогла. Если бы я решилась рассказывать о какой-то игре, то уж точно в 3 минуты не вложилась бы, рассказывала бы о ней, ну уж точно минут 10, и то это минимально. Так еще мне очень понравились все анимации. Например, как он ехал на грузовике к своему брату, или как избивал Зевса, это выглядело неплохо. А играли ли вы в God of War? Напишите об этом в комментариях. Надеюсь, вам понравилась эта реакция. Если это так, жду ваших лойсиков. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо за просмотр и пока, мои дорогие.